А житель Караганды решил судиться с Каспийбанком. Как утверждает карагандинец Наиль Габдулхаков, он выиграл в розыгрыше автомобиль, но железного коня так и не получил. Однако в карагандинском филиале финансового института нас заверили, что в лотерее слышат первый раз. Подробности у нашего корреспондента. Наиль Габдулхаков в прошлом году получил кредит в Каспийском банке и купил компьютер в одном из торговых центров города. Случайно, как один из покупателей, он стал участником розыгрыша автомобиля. Однако получить авто так и не получилось. Позвонил мне друг, сидя в Каспийбанке, он листал журнал Каспийбанка, увидел на одной из страниц мое имя. Позвонил мне, оповестил меня об этом. Я сразу же пошел в Каспийбанк узнать об этом. Сразу после того, как счастливый обладатель это узнал, он пошел в торговый дом, дабы забрать свой выигрыш. Однако там ему было отказано, ссылаясь на то, что за все отвечает Каспийский банк. Наиль Габдулхаков отправился в банк, но и там он получил отказ. По словам Наиля, звонить и напоминать о выплате кредита ежемесячно Каспийский банк мог, а вот позвонить и сказать, что он выиграл машину, банк не мог. Говорят, что они не могли до меня дозвониться, по адресу не могли меня найти. Ну, то есть я указывал там и свои контакты, и свой адрес, где проживаю. Но этого не может быть. В Каспийском банке нас заверили, данный финансовый институт никаких розыгрышей не проводит. Подобные мероприятия устраивают только торговые дома при поддержке банков. Вы знаете, мы с пониманием относимся к тому, что сейчас там клиент пытается выяснить там ситуацию по розыгрышу, да, но с точки зрения Каспийбанка хочу сказать, что, во-первых, мы этот банк не получал никаких официальных уведомлений. Адвокат Наиля Евгений Танков говорит, что по кодексу обладателю того или иного приза банк или торговый дом должны были сообщить о выигрыше в течение 10 дней. Истинный владелец автомобиля Наиль Габдулхаков намерен получить свой законный приз путем обращения в суд. Исковое заявление будет подано уже в ближайшие дни. Амина Смакова, Тольген Рашитов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский.